сегодня мы наконец-таки завершили наш длительный турнир, который длился практически год, с сентября по июнь, получается, с сентября 2017 года по июнь 2018 года. 10 этапов, 10 видов спорта у нас было пройдено в третьем сезоне битвы корпорации. Вот 9 июня мы закончили этапом пляжный волейбол. Определили лучшие 16 команд, которые уже сражались в раунде плей-офф. 1/8, 1/4, полуфинал, и в итоге в финале встретились самые сильные команды. Сегодня это были команды Фрешлайн и Водоканал. Немножко расстроились. На самом деле мы же попали в группу с Водоканалом и Фрешлайном, которые заняли первое и второе место. А третье мы как-то не получилось выйти. Готовились целый месяц, регулярно отбирали людей из предприятия. Все, кто был здесь, это половина тех, кто ходил на тренировки. Мы регулярно тренировались, выделяли время, деньги на это все. Ну, готовились ответственно. Хочется отметить еще команду «Алло», которая сегодня собрала прекрасную команду. В чем их отличие от других команд? В том, что «Алло» собирает свою команду с нескольких регионов. Например, сегодня были ребята из Полтавы, часто бывают ребята из Днепра. Поэтому команда такая междугородняя. За это им большое спасибо, что они выделяют свое время, приезжают в Харьков и сражаются с другими командами. Все было очень круто, но мы просто достаточно почти во всех этапах принимали участие. Было весело. Много кубков было, наградили еще весенним кубком, у нас разделяется на осенний и весенний кубок. Также наградили абсолютного чемпиона, это та команда, которая по итогам всех 10 видов спорта, 10 этапов, заработала, в нашем случае это наименьшее количество очков, занимала самые лучшие места, и эта команда также стала Водоканал, который уже второй год подряд становятся абсолютными чемпионами, а вообще являются нашими абсолютными чемпионами трех битв корпораций. Вот так пока никто с трона Водоканал подвинуть не может. Получается, осенний кубок мы выиграли первое место, и сейчас летний кубок тоже первое место, вообще первое. Но это благодаря тому, что у нас очень большое предприятие, у нас есть из кого брудера. Поэтому чем больше организация, тем она сильнее получается. Ну, также активность людей тоже немаловажно играет роль. То есть люди, которые игнорируют, а есть, которые хотят играть, играют, стремятся, могут, стараются. Никаких.
никаких препятствий к тому, чтобы четвертый сезон у нас не состоялся. Все будет, я думаю, очень хорошо. Мы буквально через 2 недели начнем набор команд уже на сентябрь 2018 года. И если все будет хорошо, мы стартуем, может быть, в том же составе 24 команд, может быть, мы увеличимся до какой-то другой цифры. Но я планирую, что наша команда «Спортим» продолжит собирать лучшие команды и организовывать, как мне кажется, один из лучших корпоративных турниров в Украине.